Слово предоставляется ректору Московской консерватории, заслуженному деятелю искусств Российской Федерации, доктору искусствоведения, профессору Александру Сергеевичу Соколову. Начинается обращение, дорогие коллеги, не разделяя профессоров консерватории, сотрудников консерватории и теперь уже воспитанников, выпускников, которые теперь тоже наши коллеги. Это большое достижение, большая наша общая радость. Сегодня и в прямом, и в переносном смысле самый длинный день. И по календарю сегодня день солнцестояния. И по наполнению событиями этого дня, это действительно совершенно замечательный во всех деталях остающийся в памяти праздник. И, наверное, сейчас очень многое вспоминается, и мне в голову приходит вот то, что было 5 лет назад, когда после изнурительных приемных экзаменов, выдержав этот очень сложный конкурс, именно вы, сегодняшние выпускники, пришли в Малый зал консерватории, и ваши педагоги будущие радовались вашему приходу, поздравляли вас и отмечали именно то обстоятельство, что вашему выпуску будет уготована честь закончить консерваторию в день ее 150-летнего юбилея. Конечно, именно это событие стало центральным на протяжении всего этого года, учебного года, года. И очень многое, что здесь происходило в творческом плане, соответствовало этой дате. Вы сами были тому и свидетелями, и участниками, и очень многое на самом деле вошло в историю Московской консерватории, как некоторые совершенно замечательные события. Но хотя бы то, с кем встретились наши оркестры. Симфонический оркестр, студенческий, концертный оркестр, камерный оркестр. Это была совершенно удивительная панорама дирижерского искусства, где с нами выступили Юрий Тимирканов, Владимир Юровский, Александр Лазарев, Владимир Федосеев, Владимир Спиваков. И именно в этом году их приход в консерваторию подчеркнул их уважение и их сознание того, что вносит Московская консерватория в музыкальный мир. И поэтому очень многие события этого года, как я сказал, они стали живой хроникой. И в этом году нам особенно, конечно, важно, чтобы ваш дальнейший путь, ваша судьба сложилась именно на таком уровне, на такой степени ответственности за то, что у вас в руках диплом Московской консерватории. С каждым годом это ощущение будет крепнуть, потому что придут сравнения, сравнения с тем, что существует в мире. Никому не в обиду. Но совершенно с уверенностью могу сказать, что такого уровня образования действительно нет в мире по всей совокупности тех знаний, которые вы получили. И, конечно, этот путь не закончен. Конечно, этот путь только старт. Поэтому и здесь, в консерватории, и вне этих стен, вы всегда будете ощущать поддержку тех, кто вывел вас на этот рубеж. Это не только аспирантура, это не только ассистентура, стажировка. Это мастер-классы, это встречи, это приезды сюда по программам Альма-Матер, нашей ассоциации выпускников консерватории, которые с каждым годом разворачивают все более и более широкую работу. Вы всегда будете здесь своими и всегда будете чувствовать, что это ваш дом. Ну и, конечно, в сентябре это будет самый эпицентр нашего праздника с 12 по 15. Вот в этом зале пройдут все концерты, на которых, конечно, большинство из вас, я надеюсь, сумеет присутствовать. Мы заранее вас приглашаем. Ну а сегодня, вот вручая эти дипломы, нам хочется прощаться с вами и не прощаясь в то же время, пожелать вам счастья, удачи, самого большого творческого озарения, которое должно прийти и никогда не угасать. Счастья вам, да.